В Чебоксарах и Новочебоксарске идет объединение травмпунктов. С 1 мая был закрыт травматологический стационар в 3-й детской городской больнице. С начала месяца машины скорой помощи всех детей, получивших травмы, доставляют в детскую республиканскую больницу. В течение года сюда будут переведены не только стационары, но и травмпункты, которые сейчас работают в Новочебоксарске и в детском медицинском центре. Возможно, оказание помощи детям, которые получили небольшие травмы, хотелось бы иметь рядом с домом. Но в условиях некоторого дефицита кадров и, как я уже ранее говорил, искусственного дефицита кадров, поскольку невозможно около каждого дома, около каждой детской площадки построить травматологический пункт. И возможно для детей и родителей, которые получили очень небольшие травмы, это неудобно приезжать в республиканскую детскую больницу. Но мы ведь говорим о жизни и здоровье детей, серьезно пострадавших, получивших серьезные травмы как при ДТП, так и с падения высоты. А эти дети нуждаются в очень серьезной помощи.